убираю. Так, таблицы Шульте мы тоже уберем, чтобы они не мешали. Значит, поскольку все из тех постоянных, кто были, пришли, добрый вечер еще раз. Растираем ручки, усаживаемся поудобнее и уберем все то, что перед новыми знаниями, уберем те знания, которые у нас появились, и все, что ненужное, уберем. Ненужное уберем из тела, а все, что нужное, внедрим в наше тело. То есть мы сделаем одну, как бы одной практикой две. Пожалуйста, сели поудобнее, закрыли глаза, сделали полный вдох через нос, я отвернусь, полный выдох через рот, полный вдох через нос, полный выдох через рот, и еще раз. Расслабили пальцы рук, пальцы ног, кисти, ступни, руки, ноги. Все тело целиком. Все тело расслаблено. Вы чувствуете себя расслабленно, ровно и спокойно. Посмотрите, где есть какие-то зажатости, отпустите их в теле. И давайте вспомним то событие, которое, не дай бог, появилось и у вас осталось, и оно вам мешало сегодня весь день. Если такое событие есть, мы представляем место, где оно находится, определяем. Представляем, какое оно большое, маленькое, круглое, квадратное, аморфное, как тряпка, как гель, как что. Если у кого-то появится свет, слава Богу. Если не появится, еще лучше. Нам главное понять, в каком месте это находится, на что это похоже, и отпустить это все. Сказать ему ту фразу, которую мы уже с вами знаем. Уходи той дорогой, которой пришло, в то место, из которого пришло. Уходи в то место, из которого пришло, той дорогой, тем путем, которым пришло. Ничего с этим не делаем, смотрим и наблюдаем, как оно уходит. Я вам дам какое-то время, пару минут. Пусть это уйдет, вы наблюдаете, вы не трогаете эту сущность, пусть она себе уходит. Если надо повторить несколько раз, повторите несколько раз. Уходи в то место, из которого пришло, той дорогой, по которой пришло. Что с ним будет дальше, нас не волнует. Пусть оно уйдет туда, где было, и все. Отпускаем, глаза не открываем, состояние сохраняем. Теперь все, что вы накопили, если у кого-то голова переполнена от тех знаний, которые вы получили за сегодняшний день уже, нам надо эту голову освободить. И мы представляем, что все знания, которые у нас в голове накопились за сегодняшний день, потихоньку, полегоньку распределяется по нашему телу. А те, которые нам уже не нужны, они через ноги выходят в землю.
центр Земли, и там они утилизируются. А нужные знания распределяются по нашему телу. Разрешите этим знаниям уйти из вашей переполненной головы и распределиться по телу, для того, чтобы мы сегодня с вами получили новые знания и навыки. Отпускайте, наблюдайте, никем не руководите. Пусть оно себе идет, как идет. И удобным, комфортным путем выходим из этого состояния потихонечку, не спеша, но и не затягивая. Как только это все произошло, выходим, открываем глаза, полный вдох, полный выдох, и поставим плюсик или напишем впечатление, если они есть, и если вам интересно с ними поделиться. То 20 – это супер. Как говорят, Мухтар постарается, как говорил Никулин, Мухтар постарается, да? Когда у нас, как меня учили, все зависит не от, как там, не стройте иллюзий, психотерапевты. Все зависит не от вас, а зависит от людей, с которыми вы работаете. Если люди хотят получить, они обязательно получат. Вы являетесь только проводником. Я вам дам сейчас еще одно правило. Что такое? Где она делась? Правило 4. Было же. А, вот оно. Вы его увеличите, прочитайте. Это тоже хорошая практика. Я могу ее просто рассказать. Если вы захотели вспылить, на кого-то накричать, начать его воспитывать, мы включаем эту практику. Хотите от чего-то отказаться, не желаете привязаться к чему-то и к кому-то, и во всех других подобных случаях. Делаем один медленный глубокий вдох через нос, задерживаем дыхание на 4 секунды, медленно выдыхаем через рот и говорим: «Это не важно». Причем можем сказать вслух, шепотом, как угодно, лишь бы сказать. И отключаемся от этого события, забываем, и оно уходит. Я думаю, здесь нет ничего такого. Что-то захотелось закричать, вдохнули, задержали на 4 секунды. Медленно выдыхаем через рот и говорим: «Это не важно». И все. Убираем мы эту практику. Теперь у нас с вами таблица рана, а вот это мы поставим. Пожалуйста, это увеличьте. И если у нас нет никаких... Нет, у меня будет одна еще вещь. Кто-то, я, к сожалению, не помню кто, спросил насчет щитовидки. Здесь у меня будет вопрос. Йод приготовили или нет? Если йод приготовили хоть кто-то, тогда есть смысл эту практику мне показать сейчас наяву. Если йода ни у кого нету, и щитовидка — это был просто вопрос заданный, то я тогда вас отправлю к моему YouTube-каналу, на котором есть довольно подробное и популярное видео, на котором все есть. Я там четко, ясно и внятно все показываю. Если вы хотите сделать эту практику сегодня, Ольга, у Ольги есть желание. Поэтому у нас с вами есть единственный момент.
Гиперфункция. Если есть гиперфункция щитовидки, то тогда это делать, может быть, и не надо. Если этого нету, если просто проблемы со щитовидкой, то тогда я вам сейчас покажу, как это сделать. Это займет какое-то время, но, поверьте, это будет не бесполезно. При этом мы не только запустим щитовидную железу, но мы еще с вами синхронизируем этим же упражнением наши полушария мозга. Поэтому я сейчас дождусь, кто-то пишет, и мы возьмемся очень просто это сделаем. Я сегодня тоже в коротком рукавом и покажу вам, как это делается на себе, а вы будете просто за мной повторять. Йод у меня с собой. Татьяна, ничего. Интернет это дело такое, тем более мы же в разных странах. Поэтому, если какие-то моменты будут, вы у нас теперь в группе Суперстар, который интернет-клуб, поэтому мы в воскресенье с вами это все разберем. Главное в нашей ситуации не расстраиваться. Значит, пожалуйста, если приготовили, макнули йод, поставили. И начинаем с той руки, которая, рисовать на той руке, которая у вас рабочая. Вот нас интересует вот эта область. Рисуем раз, рисуем два, рисуем три, рисуем четыре. Прямоугольничек, желательно квадратик, как у кого получилось. Тоже художества здесь небольшие. После этого из одного угла опускаем сюда, из другого опускаем сюда. Получился у нас Андреевский флаг, который только что коричневого цвета. Не тянем время, макаем опять йод. Берем, это очень быстро занимает, берем другую руку. Часто это делать не надо, но когда, как часто, ну и, например, хотя бы через пару дней потом посмотреть, потому что очень часто нарисовали, да? Нарисовали. Вот получилось вот такое вот дело, да? Теперь все просто, опять же, как все просто. Эти вещи складываем и держим руки вот так. Теперь закрываем глаза и следим за своими ощущениями. А я пока буду рассказывать. С йодом ситуация следующая. У нас практически у всех живущих не у моря, с йодом всегда возникают проблемы. Как определить, достаточно у вас йода или нет? Если вы капельку йода поставили на вот это запястье, я руки держим по возможности вот так. Если не получается, поставьте на стол. Сейчас мы хотя бы пару-тройку минут подержим, просто чтобы вы поняли ощущения какие-то, какие у вас появились ощущения. Значит, достаточно считается, древние считали так, завтрак надо начинать яйцом, а заканчивать яблоком. Яблоки в косты, яблоко съедать полностью, чтобы оставалось только вот, на чем оно висело, да, от веточки. Так? При этом вот те зернышки яблока, которые есть, в них как раз 6 зернышек яблока полностью обеспечивают йодом на целые сутки. А как проверить? На запястье поставить точечку и так смотреть, через сколько эта точечка уйдет. Есть очень практика одного известного академика, которого в те годы, когда многих сажали, посадили, он весь барак свой вытащил при помощи йода и крахмала. Это называется синий йод. Там определяется следующим образом. Если через 3-4, ну, через, допустим, через 4 часа ушло, 24 делим на 4 и столько йода добавляем в стакан. Если это будет интересно, я потом запишу. Итак, что-то произошло со щитовидкой. Теперь как же мы синхронизируем наш мозг? Мы просто-напросто прикладываем руки. И это тяжеловато держать с непривычки, но потом держится.
прикладываем к вискам. Йод, естественно, высох. Прикладываем и держим, и следим за своими ощущениями. Давайте хотя бы минуту, а потом, в принципе, йод никуда не денется, и вы сами спокойно уже проведете после вебинара эти... Ну, дольше хотя бы минут так, 3-5 побудете и проследите за ощущениями. Здесь, как и везде, и всегда в моих практиках, без фанатизма. Аккуратно. Появились ощущения некомфорта, выходим. Ко всему надо привыкать постепенно. Вот я начал это делать бутылочку. Ложимся на бутылочку, да, и руки ставим вот сюда. А руки надо ставить вот туда. И они как-то не складывались. Теперь уже как-то лучше складываются. Какие-то впечатления появились, друзья мои? Сейчас мы дождемся. И потом я подготовил шпаргалку. Кое-что я, наверное, буду зачитывать, чтобы не ошибиться. Вот, а потом мы будем давать практики. Я там подготовил специальную табличку. Вот она, вот такая вот будет табличка. И мы будем по этой табличке идти и делать практики, какие будем делать, а какие будем просто рассказывать про них. Вот так мы построим свой сегодняшний вебинар. Жарко очень. Запястьях тепло, да, да, ощущения такие. Но они, щитовидка нам как бы... И давайте мы не будем забывать про нашу любимую точку вот эту, эндокринную, о котором я рассказывал в прошлый раз, ее тоже утром и вечером пару минут массировать. Тогда мы все железы, внутренние секреты запускаем, да, и у нас с гормонами будет потихоньку, не спеша, супер, да. Ну, там еще, если про гормоны сказать, что тибетцы считают, что чай и кофе – это холодные напитки. Как-то вот, вот так. Ну, это так, вскользь и отойти в сторону. Итак, если с этим мы закончили и вопросов нет по прошлому, что у нас было, тогда давайте я вам немножечко, тут всего 4 листика, мы будем смотреть на вот это вот качество 4 стихий, и там будет 3-4 абзаца по каждому, больше здесь не будет. Теории надо такие рассказать, для чего я это все... Давайте еще вот такую вещь. Если вы хотите разобраться в учениях, тайных учениях всех времен, то есть вот такая книга, которую в начале прошлого века выпустил вот этот вот автор. Мэнли Хилл. Над этой книгой он работал, тут 959 страниц, над этой книгой он работал 6 лет. Доступ был к материалам библиотек всех, он здесь собрал все. Я могу это все как бы, то есть какую информацию я откуда беру. Вот здесь вот герметически, книг у меня было много, и сейчас они остались, но я стараюсь как-то уже сузить. То есть такие книги, которые можно перечитывать несколько раз, а есть такие книги, которые прочитал, дали какую-то практику, и можно ее и забыть, потому что оно как бы... Вообще есть книги, вот эта книга получается энциклопедическая, есть книги, в которых 2-3 страницы из 100, из 150, остальное просто... Когда я учился в Институте радиотехники, электроники и автоматики, у меня был консультант, он сказал, какие книги ты читаешь на дипломе? Я говорю, как, все такие вот и такие сякие. Значит, брось читать книги, читай книги до 1937 года. Тогда пытались люди объяснить, и могли объяснить. После этого, ну вот, так что вот так. Надо брать все-таки какие-то такие. Здесь вы, купив эту одну книгу, да, она не дешевая, но вы ее один раз купив, вы будете не возвращаться, и постоянно здесь и Пифагор, и Гермес, и религии, и все, и все, и все. Рассказал. Ну вот, а теперь качество 4 стихий. В основе большинства духовных и эзотерических знаний находится знание о 4 стихиях. 4 стихии соответствуют 4 сторонам света,
четырем сезонам природы, четырем периодам жизни. И далее можно это все перечислять и перечислять и перечислять. И это деление представляет собой четыре основополагающих принципа, на которых строится и опирается мироздание. Это прежде всего земля, на которой мы, на корабль, на который мы летим, огонь, воздух и вода. Забегая вперед, могу сказать, что в некоторых практиках у индусов они добавляют еще эфир, китайцы добавляют дерево, некоторые другие добавляют еще какие-то стихии к этим четырем. Но четыре стихии никем никогда не отрицаются. Качество стихий – огонь теплый, сухой, воздух теплый, влажный, земля холодная и сухая, вода холодная и влажная. Стихии в структуре планеты. Но если вернуться к качествам, то четыре стихии, очевидно, могут по-разному взаимодействовать друг с другом. Некоторые при столкновении вступают в конфликт. Огонь и вода – это две противоположности. При контакте они агонизируют. Вода тушит огонь, сама превращается в пар. Некоторые стихии при встрече, наоборот, дополняют друг друга. Вода питает землю, а воздух питает огонь. Да? Чтобы раздуть огонь, мы туда дуем воздух. Да? Это все пробовали. Четыре стихии в структуре планеты. Если привести аналогию со структурой нашей планеты четырех стихий, то там получается Земля – это литосфера, это все, что твердое. Вода – это гидросфера, это то, что жидкое. Воздух – это атмосфера, и огонь – это магнитосфера. Тут, по-моему, добавить особенно нечего. Четыре стихии модели мироздания. Поскольку я пришел, наверное, все пришли, только как-то некоторые не так рассказывают, да, что все произошло, все учения из Каббалы вышли. Да, мы в прошлый раз говорили, что религии, максимальное количество религий вышло из каббалистических знаний. Да. В Каббале есть древо Сефирот. Я эту тему сильно не вникал, но как-то рассказать надо для понимания. У них получается так, божественный мир. Ацилут – это огонь, высший и самый тонкий уровень мироздания. Огонь в мире Ацилут представлен божественной искрой молнии, послужившей началом творения. Духовный мир в древе Сефирот – Брия – воздух. Астральный мир – Иецира – вода. И материальный мир – Малкут – земля. Я как-то стихиями пользуюсь, занимаюсь, а вот эти вот теоретические вещи, ну, проходил, но как-то вот продолжим дальше. Четыре стихии психологии. Холерик – это стихия огня, он вспыльчивый, как огонь. Поступки импульсивны, неконтролируемы. Меланхолик – это стихия воды. Вода – это связь с подсознанием, проницательность, чувствительность. Люди воды гибкие и мягкие. Сангвиник – стихия воздуха. Подобно воздуху, сангвиник активен и подвижен. Качество воздуха – легкость. И флегматик – стихия Земли. Наиболее приземленные и рациональные. Материя инертна и неподвижна. Они – достаток, стабильность, имущество. Взаимодействие стихий. Как мы уже говорили, огонь и воздух находятся в гармонии. Земля и вода находится, я думаю, вы просто пройдите по этой вот, там это все вот здесь вот есть, да? Земля и вода находятся в гармонии. Огонь и вода – дисгармония, и земля и воздух – дисгармония. Если будет кому-то интересно, я эти четыре листочка, напишите в личку, вам пришлю, вот, потому что здесь выжимка. Читать я ее как-то не буду, потому что лучше я вам практики расскажу. А практики у нас следующие. Вот я сейчас включу вам табличку. Значит, если по этим моментам нет вопросов, то мы будем браться за практики. Наверное, за этим сюда и пришли, да?
Вопросы есть? Вопросов нет. Значит, я включаю табличку. Вы ее, пожалуйста, здесь есть в нижнем углу, что с ней поднять, расширить. Вот мы ее можем двигать, можем увеличить. Я на другом экране себя включу, чтобы мне видно было, и буду обращаться к ней. А так, чтобы вы следили за ходом мысли, то вот Земля. Земля – это корабль, на котором мы летим. Можем так сказать, одна из планет 9 с нашей Солнечной системы. Как мы можем с ней взаимодействовать? Мы можем с ней взаимодействовать внутренне и внешне. То есть на Земле и в Земле, под Землей и так далее. Походить босиком по росе. Желательно это делать с утра, потому что она и роса с утра. Если коснуться физики, то Земля обладает большой емкостью электрической, как конденсатор, и всю энергетику, которая у вас лишняя, она забирает. На восходе. Известно всем, что до восхода за 3 минуты затихает, если кто-то был на рыбалке, когда-то, может быть, раньше в лес приехал, еще темно, и обратил внимание, все здесь люди взрослые, то за 3 минуты до восхода все затихает. И даже ветер прекращается, и птички прекращают щебетать, и все-все-все затихает. То есть считается, что время до восхода – это как раз время набора энергии. То есть все живые существа, растения набирают энергию от солнца, которое еще не взошло, а энергию уже посылает себе. И эта энергия набирается на целый день. Далее, внешне, взять с собой гольц родной земли. Ну, это было все время, не только ладанку носили, но и с собой еще земля давала силу. Это и в старых практиках, и в мультфильмах есть, и все остальное. Что мы с землей еще можем делать внешне? Есть очень хорошая практика заземления. Давайте мы ее попробуем с вами. Сядьте, пожалуйста, удобно. Таким образом, чтобы ваши ноги касались пола. Плотно-плотно были, стояли на полу. И представьте, что через ваши ноги корнями врастают, из ваших ног выходят корни, и они прорастают в земле. И через эти корни вы можете как отдавать ненужные, так и подпитываться от земли. Когда мы будем обращаться с чакрами, то это будет несколько другое, а мы там скажем, мужчина-женщина, чего питается и так далее, это я опять перескакиваю. Давайте мы прочувствуем. Наши ноги стоят на земле, и корни выходят из этих ног, и они, эти корни, идут в землю. Как глубоко мы за этим не наблюдаем, но мы как бы соединяемся, сращиваемся с землей. И через эти корни мы можем убрать все лишнее нам ненужное, а также подпитаться энергетикой. Представьте, пожалуйста, как вам сейчас до уровня колен поднимается что-то такое, как мед, который свежий. И по этим корням этот вот светло-коричневый, темно-коричневый, желтоватый, как мед, поднимается до колен. Прочувствуйте, пожалуйста, и ощутите свои ощущения. А также мы можем все сбрасывать. Если наши ноги тяжелые, то мы можем сбрасывать всю эту энергетику. И ноги тогда икры наши становятся легкими. Расскажите мне, пожалуйста, что получилось. Мы пойдем дальше. Пока вы будете рассказывать, я расскажу следующие опыты. Святые жили в пещерах тех монахов, которые хотели получить просветление. В книгах об этом написано. Закрывали в пещеру, оставляли узкую, чтобы дать им там воды и хлеба, и на воде и хлеба они там были в среднем дней 40. Если
если психика была нормальная, то он выходил просветленным. Если с психикой были проблемы, то он уходил уже сумасшедшим. Ну вот такая вот простая. Практику мы такой делать не будем, пещеры у меня нету, поэтому вот рассказать надо было. И когда у нас все разрешили в 90-е годы, то люди практиковали следующее. Выкапывали яму квадратную. Вот это йоги наши начинающие делали. Ложились туда, закрывали досками, потом брезентом насыпали землю, и минут на 40, на 50, до 2 часов люди лежали. Говорят, что ощущения очень любопытные, чистка происходит, очень классная. В принципе, с землей, если так, чтобы это все понять, потому что у нас будет очень много про воду и про огонь. Практику с землей я применяю, в основном это босиком походить и заземление. Заземление действует всегда очень классно и прекрасно. Пить воду. Где-то я ее не загрузил. Ну, пить воду таким образом. До завтрака, если вы ложитесь в 22 часа и просыпаетесь в 5 часов, то от 5 до 7, до 8, если вы занимаетесь... Мы говорили, что молиться лучше на восходе и на закате. Принято так, потому что восход давал жизнь, а солнце заходило, и древние люди сомневались, во-первых, взойдет ли оно на следующий день, а во-вторых, в темноте и животные, и звери, и все могли напасть. Поэтому, а еще тогда, когда огня не было, ну, в общем, вот такая вот ситуация. То есть... пропить воду. Пить воду мы пьем до завтрака, потому что даже если по логике разобраться, получается следующее, что у нас желудок пустой, и мы можем его водичкой промыть, и водичка хорошенько усваивается. Когда мы пьем воду уже дальше, когда покушали, то мы, получается, что разбавляем пищу, и уже вода в чистом виде не усваивается. Сундакова я вам привел в прошлый раз. Если поливать растения пивом, квасом, компотом, чаем, то растение пропадет. А если поливать чистой водой, то оно... Ну, там еще есть с какими-то настоями работает, например, с шелухой очень неплохо, да? Но это уже как-то другое. Но если чистой водой, то растение разбирается, что ему надо, и спокойно. Так и мы. И дальше с 15 часов... мы включаем почки. Там у нас включается работа почек, и мы почки промываем с 15 часов. То есть покушать надо хотя бы там 13 часов, как у нас и принято. Теперь вода бывает активированная, структурированная, заряженная. Каким образом заряжать воду? Я два момента расскажу. Берем стакан воды, кружку, что угодно, ставим на левую руку. Мы будем говорить только о живой воде. Ставим на левую руку, на ладонь левой руки. Закрываем ее ладонью правой рукой и читаем нечетное количество. Раз. Читаем молитву. Отче наш или какую-либо другую. Еще раз. Ладонь, стакан, накрыли. Нечетное количество раз прочитали молитву. Это одна практика. Получаем живую воду и пьем ее. Следующая практика. Перед сном написали на листочек бумаги. Вода – это лекарство от моей такой-то болезни. Положили на тумбочку у головы и поставили воду. Утром пьем это лекарство. Ну и дам я вам одну генеральскую от Савина практику. Берем воду, стакан воды и рисуем там восьмерку. Сколько раз, пока не захочется. Бесконечность. Рисуем там. Получаем тоже воду структурированную.
Есть рисунки очень хорошие. Если будет интересно, у меня эти рисунки есть, я могу их потом показать. Ну и уже, видимо, не сегодня. То есть восьмеркой мы воду структурируем. Рисунок дельфинчики. На них ставим, вода получается структурирована. Очень хорошее качество. Заряженная вода. Помните, в советское время были приборы, которые включали в розетку, и там получалась живая, мертвая вода, плюс-минус, да? Сейчас выпустили такой прибор, он у меня есть, фирма называется Aqualife. Если интересно, в интернете наберите Aqualife. Очень вода получается качественная, я ее пью. Дальше. Мыться под душем, водопадом, при этом повторять заговоры. Мы об этом уже говорили. Под водопад можно, если вы получили энергетику отрицательную и чувствуете какую-то усталость, мысленно представьте, сидя, водопад, и зайдите в этот водопад и смойте. Прочувствуйте, что будет у вас положительные изменения. Дальше. Не у всех есть душ, а то мы уже привыкли, а есть, или же вы выступили где-то на каком-то собрании, или еще где-то, или выступление у вас было, и почувствовали себя немножечко некомфортно. Что вы делаете? Вы заходите в туалет, умываетесь вместе с ушами, холодной, прохладной водой, и моете руки до локтя. До ощущения, когда как бы смылось. Попробуйте, если не дай бог такое, что получится. Даже если при нормальном состоянии вы это сделаете, умылись и руки помыли до локтей. Всегда все действия мы начинаем с той руки, которая у нас рабочая. Да? Ну, примеры заговоров я уже давал, поэтому идем мы дальше. Воздух. Итак, вода внутри и внешне, да? Внутри мы пьем, внешне мы на нее говорим. Теперь воздух – это звук и это дыхание. Со звуком очень много моментов, потому что звук – это мы посредством звука можем создавать вибрации. Все слова – это наши вибрации, а весь мир – это вибрации. Поэтому слово, помните, слово, травка, а потом ножик Авиценна, да? Сначала слово, словом можно как убить, так и вылечить. Что такое аффирмации? Это Луиза Хей, мы разговаривали в прошлый раз. Пример ее. Мы становимся у... То, что в руках у меня, это называется базиды, потому что четко у меня почему-то рвутся. Про базиды вы можете почитать, поскольку это отношение к данной теме не имеет. Они продаются, устройство базидов таково. 7 витков. Пружины из какого-то, они делают очень хорошего металла, а количество, вот здесь вот 108. Те же четки, только они вот такие. И одно звено золотистое, чтобы понять, с чего начинал. Но я еще повесил себе, потому что когда, да, становимся у зеркала и читаем следующую аффирмацию. Циклов получаем 108. Имя свое. Я тебя действительно, действительно, действительно люблю и хочу, чтобы ты об этом знал. Раз, следующее. Я тебя люблю, я тебя действительно, действительно, действительно люблю. Сами себе говорим, при этом смотрим в глаза. У Луизы Хей это работает, и у нас это заработает. У нее очень много аффирмаций, более сотен. Она считала, что если мы очень редко смотрим в глаза и очень редко с собой разговариваем, это работает, это нормальное убеждение, это получается. Молитва есть много, с этим рассказал. Молитва есть много определений молитвы. Молитва, я выбрал
ту, которая как бы обобщает все эти определения. Молитва – это важная часть духовной жизни верующего человека, обращение человека к Богу. Мантра. Мантра – это та же молитва, только на языке санскрит. Санскрит. Самскрит. Узелковое письмо. Получается, что это у нас. И это индусы не скрывают, я уже повторять буду несколько раз. И книги пишут, что все учение к ним пришло из севера. Они молятся, мантры читают на север, мы читаем на восток. Ну, так получилось. Мантра. Мантра берем, каждый пальчик соответствует определенным состоянием, от чего мы хотим избавиться, с чего получить, и через каждый пальчик мы читаем. Это видео у меня есть на YouTube-канале для пытливого ума, там можно найти очень много. Значит, мы берем, если избавиться от себя, и правой рукой я делаю, если получить, правая рука отдает, левая рука получает. Если я хочу получить, я беру в левую руку, если я хочу отдать, я беру правую руку. В зависимости от того, что я еще через пальцы передвигаю. Входим в альфу и читаем спокойно. Ну, например, у меня троечка, да, получается, моя мантра Тадьятха Ом, Биканза Биканза Маха, Биканза Ранза, Санмут Гате Соха, да. Я ее себе сажусь в позу ученика и 108 раз. Или простая мантра, которая считается одна из основных в буддизме, которая называется Ом Мани Падмехум, да? И Ом Мани Падмехум, Ом Мани Падмехум, Ом Мани Падмехум, Ом Мани Падмехум, Ом Мани Падмехум. Получается удивительно любопытное состояние, очищение головы, синхронизация получается, много-много чего любопытного и интересного. Дальше работа со звуком – это все тот же воздух. Бабушки-шептухи. Если вы вспомните и зайдете в церковь и увидите надписи, то раньше надписи писали без огласовок, без гласных звуков. Как разбирались, потому и ценились писаря и все люди знающие, потому что они могли это все записанное рассказать. Потом появились, и писалось все подряд, без всяких пробелов. Потом стали двоеточие, потом стали пробелы. На эту тему есть много рассказов, есть Чудинов, есть много-много других людей. Если будет любопытно, почитайте, посмотрите. Бабушки-шептухи. Так вот и о чем. Когда идет шепот, то чистота выше, нежели чем идет гласная. И когда говорим мы шепотом, то мы общаемся с высшим миром на других частотах, нежели чем на гласных. Поэтому надо как-то учиться говорить, вот если шептать, то говорить шепотом. Вот. Пранаяма в йоге. Пранаяму в йоге, когда я пришел, мне сказали эти вещи через 3-4 года, потому что был опыт, начал парень раньше заниматься, потом ему дыхание еле-еле восстановили. Нормальное дыхание. То есть мы же дыхание не контролируем, а пранаяму мы начинаем контролировать. То есть здесь я не буду даже технологии рассказывать, но я ее знаю и умею. Теперь дальше мы идем. Дыхательные практики. Дыхательную практику давайте мы одну с вами попробуем. Я сейчас поставлю на 2 минутки таймер, и мы ее проведем. Как-то я ее давал один раз. 2 по 6 – это мы 2 минуты вдыхаем, полный вдох, полный выдох, и там задержка, то есть вдох 6 секунд задержали, выдох ртом 6 секунд задержали. Пробуем? Готовы? Или нет такого желания? Как-то у меня все получается театр одного актера. Как-то хочется пообщаться, и никто мне не пишет. Чего вы мне не пишете? Все, наверное, понятно или совсем непонятно? Или я что-то рассказываю неинтересное?
Вот как-то. В любом случае, то, что я хотел донести, я донесу. Потому что я, как бы, если вы заметили, понятно и нужно. Хорошо. То есть молчание – знак согласия. Значит, дышать будем. Приготовьтесь. Сели поудобнее. Я ставлю на 2 минутки. Вы будете просто смотреть на мою руку. Я его вот и считать я не буду. Просто следим за рукой. И все. Я руку поднимаю, вы вдыхаете через нос. Я руку задерживаю, вы задерживаете дыхание. Я руку опускаю, вы выдыхаете через рот. Я руку задерживаю, вы 6 секунд. Я буду считать 6 секунд. И опять поднимаю. Таймер наш пропищит, и мы закончим эту практику. Готовы? Если готовы, то поехали. Выдохнули, благодарю, все получилось. 2 минутки прошло. Если вы будете делать эту практику регулярно, 2 раза в день, то многие из ваших болезней каким-то образом, непонятно как, уйдут. Вот. Есть еще квадратное дыхание. Я бы так и рекомендовал осваивать. Квадратное дыхание – это 4 на 4 по квадрату. Вдох 4, задержка 4, выдох 4, задержка 4. Делаем все 4. 4 минуты по квадрату, 4 стороны. Теперь расскажите, пожалуйста, кому рассказали про стяжание Духа Господня? Потому что батюшки много рассказывают, люди рассуждают, как стяжать Дух Господень. Кто-нибудь знает? Это практика. Это практика казаков-характерников. Она называется или кузнечик, или цверкун. То есть у вас в ушах начинает звенеть. Таким образом, мы потихонечку подключаемся к высшим силам. Рассказать про это, показать?
Почему я рассуждаю про казаков? Мы казаков в свое время терским очень много помогали, сотрудничали. Вот. И если будет любопытно, мне казаки присвоили... Я тогда был подполковником военной службы. Вот. А казаки мне присвоили еще и за... Как они посчитали заслуги перед этим? Терские казаки, где Терек, вы знаете... Терские казаки мне присвоили почетного полковника и шашку подарили. Вот. А поскольку это все надо же хоть немножко соответствовать, то я начал изучать у них их практики. И они кое-какие практики показали. Сам атаман терского казачества. Это длинная история, но я так ее напомянул, потому что не все, что мы из книжек узнаем... Помните, Высоцкий, мы много из книжек узнаем, а истину передают из устно. То есть, все-таки то, что из устно передается, оно передается. Сейчас я делаю, расскажу. Значит, практики, все то, что я вам буду рассказывать, все простое, как мычание, и все, прошу прощения за такое сравнение, а все работает очень удивительно классно. И китайцы... Чинайцы, вернее, правильно сказать, потому что Китай-город это несколько другое. У нас Китай в Москве город, и в Киеве есть Китай-город. Это то место, где прекрасный. Опять отвлекся. Возвращаемся. Значит, сядьте, пожалуйста, ровненько, оденьте на себя, на голову бейсболку с хорошим козырьком, фуражку, все что угодно, но с козырьком. И таким образом, чтобы мы от носа смотрели под козырек. То есть у нас получается, если мы уровень глаза, то здесь получается 15 градусов приблизительно. Потому что фуражку у нас не так одевайте ее на низ, как это, а просто вот как, если нормально одеть фуражку, то получается козырек, нос, и вот здесь получается 15 градусов. Мы садимся ровно. Это желательно делать на все-таки на восходе, на закате. Вот, и если смотреть на солнышко на восходе, когда оно еще не яркое, то мы еще и глазки свои лечим. И сидим, отключаемся, ни о чем не думаем. Сидим и смотрим вот туда вот, на, по сути, на выше чуть-чуть уровня горизонта. В зависимости, как вы сели. То есть сели, фуражка, сюда смотрим. И когда-то у вас начнет появляться звук. Не пугайтесь, это звук как кузнечика. То есть вот здесь как бы вот эта темечка, да, родничок, у вас откроется, будет начинать открываться вот эта крышечка, но не на физическом уровне, а как бы крышечка, и туда начнет поступать энергия, связь с высшими силами о том, о чем я вам вчера разговаривал. Это так казаки понимали. Я таким же образом... Виктор Михайлович Черникова, это Сабата с Киев. Если интересно, там есть очень неплохие видео его, когда он в Питере показывает, Виктор Михайлович Черников, он в Питере практически двухчасовое, 2,5 часа видео, он там показывает, как вырабатывает в себе ясновидение, он прямо весь зал доводит до трех, три тела они видят. Это прямо на этом видео есть. Оно не стерто, оно есть точно. Так, значит, еще раз. Сели спокойно, не ждем. Молча сидим в альфе и наблюдаем. Свист пойдет. И чем дальше, тем он будет лучше. Не пугайтесь. Это нормально. Может быть и так. Если тишина всегда звенит, значит, вы уже подключились... Причем такое ощущение, что он как бы в голову идет. Я это популярно объяснил, доходчиво? Доходчиво. А кто-то... Если вопросы есть, давайте сразу по ходу. Потому что, почему я стал медленнее рассказывать? Потому что, в принципе, моя задача была на первых порах себя представить, и поэтому было много всего, вы же видели там сколько всяких пунктов. И мне надо было как-то себя преподнести, рассказать вам, что я вам могу, чем я вам могу быть полезен.
Вот. Я считаю, что я максимально уже рассказал, поэтому у меня тут будет следующий момент, что мы будем делать на следующем занятии, но это чуть позже. Теперь огонь. С огнем практик много. Ну, дыхание, саха, омхе, там все много-много-много-много. Это огонь. Огонь – это огонь. Через огонь все превращается в любовь. Сжигаем, и все переходит в любовь. Так принято считать у эзотериков. Бумагу написали, бросили в огонь, она сгорела и превратилась в любовь. Практика радикальное прощение. Я ее сегодня могу только тезисно рассказать. Если вы зайдете на мой YouTube-канал, там у меня 7 минут, и я расписал все до самого. То есть, как писать эти три письма, какое первое, какое второе, какое третье. То есть, этой практикой, если заниматься, то вы себя через... У меня ушло 2 месяца. Отказаться от оценочных реакций. То есть, вот плохой, хороший. Все люди хорошие. Иногда, конечно, это всплывает, но я тогда сажусь. То есть, там практика следующая. Если вы захотели на кого-то поругаться или сказать ему что-то, вы взяли сразу на бумагу. На бумагу записали, сложили. Потом идет одна молитва, потом идет другая молитва. Потом следующее вы смотрите на эту. Первое, вы написали то, что хотели сказать, ту грубость, которую хотели сказать, теми словами, которые хотели сказать, написали и запечатали. То есть вы выплеснули, что хотели, и оно закрылось. Листочки сложили в две стороны. Следующее, вы смотрите со стороны Бога на эту ситуацию, со стороны на эту ситуацию ее прописываете, складываете. Третье, там есть типовая молитва, которую вы читаете, которую вы тоже пишете. Все надо писать. 3 письма получилось у вас. 2-е письмо после первого пишите не ранее, чем через 2 часа. Все эти 3 письма накопились, вы на них написали письмо 1, письмо 2, письмо 3, и когда накопилась целая стопка, разжигаете костер и бросаете эти все письма. Поверьте мне на слово, если сами не будете делать. От каждых писем идет разный цвет дыма. По-разному горят, и все по-разному. Вот. Радикальное прощение – хорошая практика, тем более она получилась так, что то, что я вам рассказывал, у нас мы, душа, тело, Европа, Восток – это дух, и все без всех жить не могут, а мир воспринимают по-разному. Нет, вчера вебинара не было. Я же это... Знаете, это немножко иногда затратно. Вот. А если я не получаю никакой компенсации взамен, вот, потому нас же учили как, и мои учителя сейчас, если будут говорить, что опять мне скажут, ты что, деньги не берешь? Ну, у нас тут другое. Когда будет реклама, тогда и пойдут деньги. У нас образовался другой коллектив, и мне интересно с вами общаться. Так. Значит, с огнем. С огнем вот еще что. Если у вас есть свеча, вы ее приготовили, я вам дам 2 практики на свечу. Пока вы будете говорить мне про свечу, я вам расскажу вот такую практику. Есть вот такая вот, в церкви продаются вот такие вот небольшие. Сюда мы наливаем масло, да, оно горит себе долго, да, лампадки такие, да. А вот эта вещь, она стоит 50 рублей, сюда мы можем класть сверху, тут вот, посмотрите, ниточки такие, сделано из проволочек, а сверху здесь такая вот выемка. Сюда мы можем класть ладан, наливать воду и бросать капли масла, и будет еще и запах. То есть уже и ароматерапия, почему она у меня здесь горит? Я какое-то время назад заметил, что когда я общаюсь по... Не общаюсь, а когда я просто сижу много в интернете, особенно когда слушаю какие-то видео, то у меня начала появляться какая-то усталость, как бы из меня забирает энергию. Я вспомнил, что все, что происходит через огонь, все превращается в любовь. То есть ко мне через огонь проходит. И я точно так же... Но моя задача как бы
среди нас здесь нет никого, потому что мы чувствуем друг друга. Все люди чувствуют друг друга сразу на подсознательном, на энергетическом уровне. И все знают, кто кому чего хочет рассказать и донести. Это элементарно понятно, просто мы это забыли, да? Значит, про свечи. Лампадка. Свеча есть. Лампадку нам не надо. В чем смысл? Первая практика. Так, Бог любит свечи восковые. Есть такой, вот считается так. Ну, поскольку с пчелами и с воском все хуже и хуже, потому что выше все больше и больше, а пчелы теряют ориентацию. Улетать улетают, а прилетать уже не прилетают в свои ульи. Значит, вот мы зажигаем свечу. Если мы свечу зажгли, желательно, чтобы она догорела. Мы ее можем загасить, но меня учили не задувать, некоторые задувают. Я беру вот так и это самое, не гашу. Значит, мы зажигаем свечу, ставим ее на вытянутую руку. Ну, расстояние можно взять и поставить. И смотрим на огонь. Мы развиваем тем самым концентрацию. Нам всем ужасно не хватает концентрации. Мы не можем долго концентрироваться на одном и том же событии. Мои мысли, мои скакуны. Вот это вот смотреть на свечу развивает концентрацию и ясновидение. Вы потом постепенно начнете видеть ауру возле свечи со временем. И пойдут какие-то изменения. Это опять же дают казаки. Расстояние вытянутой руки. Держать не обязательно. Видно ее, да? Видно. Держать не обязательно. Опустим на себе. Просто стоит, и вы на нее смотрите. Если это время ушло, и вам вы устали, вы ее загасили, и опять зажигаете потом. Но я считаю, что коль уже зажгли ее, пусть она себе догорает. Потом был такой юный техник, журнал, да? И там был эксперимент, когда я был совсем маленький. Там был эксперимент, ставили два электрода, подключали их к измерительным устройствам, да, и получалось как микрофон. То есть можно было использовать огонь, действительно передает то, что мы говорим, он куда-то преобразует. Следующая практика, знаете вы ее или нет, мы ее с вами делать сейчас не будем, потому что я-то ее сделаю, а вы посмотрите правильно видео мое и будете продолжать. Почему? Потому что мы сейчас начнем ее делать, потом надо будет идти мыть руки и возвращаться. Смысл следующий. Самая большая температура у огня сверху. Мы берем ладошки. На наших ладонях находятся все наши органы. Отражены на ушах, на ладонях и на ступнях, да? Мы берем руку, я вам сейчас покажу, я ее сейчас поставлю так, чтобы она была видна, видна, да, я буду держать в руке. Берем руку и рукой работаем по пламени свечи. Просто потом нужно будет действительно идти мыть руку. И тогда те места, которые у нас запачканы, засорены, они начинают очищаться и начинают темнеть. Они не над свечой, а внутри огня. С этой рукой позанимались, переходим на эту руку. Если вы заметили, я прям по фитилю делаю, да? Я уже сегодня делал, потому что у меня был какой-то непонятный настрой сегодня весь день. Но сегодня тут у нас похороны Лужкова, я с ним не был совершенно связан, но человека я уважал, потому что он из Москвы сделал. И как-то мне было немножко не по себе. Может быть, по какой другой причине. И буквально с обеда, ну, не было совсем настроя. Я какие-то вещи сделал. Я вам еще расскажу про великую мантру сегодня. Вот. И видите, сейчас опять все как бы нормально. Да? Я это делаю зачем? Чтобы вам показать. Если кто-то хочет, пожалуйста, пробуйте. Только, пожалуйста, без фанатизма. Мы не жарим шашлык. Мы продвигаем сюда. Мы не над собой не зверствуем. Мы не задерживаемся, мы просто двигаем по огню. Вот чуть-чуть уже появилось. Вот смотрите. Две моих руки
Я так гляну, чтобы я их видел. И они две разные, видите? В разных местах. Но вот здесь у меня было вообще практически вот это все место. Сейчас уже меньше. То есть мы поделали это все дело, да? Пошли, помыли руки. Свеча пусть горит. Вытерли очень насухо руки, чтобы они не были, потому что подожжем. Насухо, насухо, насухо. Руки просохли. Приходим и дальше. И вы потом заметите, что эти места начинают чиститься. Они начинают меньше. Вот я же двигал руками по всей свече. Смотрите, а вот места, они совершенно разные. На эту тему лампадка все-таки не надо. Надо брать свечу. Меня учили со свечой, про лампадку не говорили. Поэтому я настаиваю на свече. Ну, еще ходят костер по углям, но это такое дело. Я сам этого не буду обманывать, не делал, потому что мои друзья-йоги ходили и по битым бутылкам, и по... Я как-то и не попадал вот в то время, когда это было, врать не буду, не делал. Поэтому и по углям не ходил. Но люди ходят, ничего с ними не случается. Нужен важен настрой, и важно быстро проходить. Я думаю, важен настрой. Везде важна энергетика. В принципе, что я хотел сегодня рассказать, я и во времени уложился, и вам рассказал. Скажите, пожалуйста, что хотелось бы еще услышать на эту тему. Может быть, я что-то пропустил, или же... что непонятно, или же какие-то вопросы. А потом я расскажу, что я предлагаю вам на следующую встречу и как мы будем вести следующую встречу. Как бы я предполагал их вести. Потому что вот это вот быстро то, что я говорил и рассказывал, время это уже у нас ушло. И если вам интересно общаться со мной, то мне настолько же интересно общаться с вами. И эта группа у нас сложилась уже, мы несколько вебинаров встречаемся, поэтому мы можем общаться дальше. Вот. А вы можете потом приходить на мои там платные, бесплатные, какие захотите. То есть это ваш выбор. Но в принципе мы можем в этой группе, как я и обещал, до Нового года, а может быть и январь, поскольку там я не буду так очень еще пока занят. Потому что я-то начал всеми этими делами заниматься, имеется в виду вебинарить. То, что у меня были очные занятия, вопросов нет, а с вебинарами было оно как-то непонятно. Вот. Сейчас я к этому, похоже, уже привык, потому что, ну, как рассказывать одной видеокамере, а сейчас у меня появилось представление, что я вас вижу, и как-то мне легче с вами общаться. То есть везде нужен навык, терпение, труд, все перетрут. Копоть исчезает от практик. Копоть, она... Это вопрос, я так понимаю. Копоть – это загрязнение ваших органов. Если вы возьмете, например, какой-нибудь из вот таких вот и найдете здесь руку, то вы на своей руке увидите, их не то взял, ухо взял, а руку не взял. Вы увидите на своей руке, где какие органы у вас отмечены. Где какие органы принято считать. Это же тоже веками наблюдалось. Ну, другими словами, надо взять атлас и на атласе посмотреть. То есть вот эта часть, да, к чему она относится? Что у вас загрязнено? Если вы помыли, то да, чистится. И в конце концов руки будут... Михаил, ну как быстро? Ну, елки, ну я уже не знаю. Ну как мне медленнее говорить? Я же засну, пока разговаривать буду. Ссылки, зайдите, пожалуйста, YouTube канал. Зайдете в YouTube, наберете Леонид Шматок, попадете на канал. И пользуйтесь всем, что не закрыто. Часть вещей закрытых для моих платных вебинаров. Врать не буду, но там в основном все открыто. То есть, если я с людьми провожу платные или готовлю уже какие-то вещи, которые... Ну, как вам правильно объяснить? Многое я нашел сам, да? Вот у меня
то, что я потратил на обучение НЛП на 3 года, да? Потом мне дали красный и сказали, мы тебе других давать не будем. Это каждая штука 9 тысяч рублей. Мы занимались практически по воскресеньям. Где-то у меня есть красное, и сказали, что 2 красных дали. Все, Леонид Шматок, Леонид Иванович, на, ты уже до того опасен на НЛП, что ты будешь уже нам помогать в обучении. То есть эти вещи я бесплатно давать не буду. Простите, но так, если вот есть люди, которые рассказывают, потратили миллионы, давайте я не буду эту тему трогать, когда коснемся платного, тогда и будем. Да, когда практикуешь на пламени, очищает. То есть вы периодически чувствуете себя немножко не так и занимаетесь, еще раз берем свечу, ставим, и вот видите, я где делаю, я двигаю по, не задерживаясь, двигаю почти по фитилю. Вот я так уже привык, что он у меня практически не цепляется, иногда я его зацепляю. И двигаете по всей площади, по всей поверхности руки, да, ладони. Поделали эту часть, перешли на другую. Но когда это стоит на столе, а не держим в руках, да, то тогда оно удобно. Вы по, вот, ну, так я не сделал. Вот подвигали одной рукой, потом переходите на эту руку. Подвигали этой рукой, подвигали этой. Минут 15, если вы поработаете, там с руками будет вот это, видите, какая стала. То есть это чистка. Это та же чистка, что мы водой чистимся. Всеми стихиями 4 можно чиститься. Я говорю Михаилу, если я в той... Почему я убрал в прошлой практике то, что показывалось с войсковой части? Потому что это командные дела, и я надеюсь на понимание, что если у нас там есть договоренности, я вам показал, но всем людям, там полностью в открытом стоит, всем людям нет договоренности показывать, и вы высвечиваете это дело в интернете, чтобы оно крутилось. Там нет ничего сложного, но это собиралось какими-то... Я многие вещи не показал. Вот, вы можете просто на словах кому-то объяснить. Секрета-то особого нету, но и нет, мне не, как бы не говорили. Ну, например, я омни-гипноз изучал, я там давал подписку, что я не буду применять там плохих и во всем остальном. Здесь сказано, что как бы ты ни хотел, плохом это не применится. Да? Дальше, когда я психокатализ, вот здесь закончил в феврале, да, очень хорошая техника, кстати, очень хорошо работает. И, по-моему, кто-то есть из вас, с которым это прорабатывали здесь, да? Вот. Она прекрасно работает. Там мы рисуем рисунок сначала, возраст пишем, прочее, прочее. Ну, если будет кому интересно, я про нее расскажу. Так вот, там мы сказали, что ты можешь работать с людьми этой практикой, но преподавать ее ты не можешь, потому что там еще даже и группы нету. То есть автор это дело... пока оставляет за собой. То есть, когда я хожу, я в любом случае ежегодно на 1-2 курса хожу, потому что интересно, что делают люди. Ну, понимаете, чтобы не запнуться, книжка – это книжка, живое общение – это живое общение. Я туда прихожу, извините, язык запихнул куда-то, и никаких своих знаний не показываю, ничего, я все изучаю, слушаю, что говорят другие люди. Что-то мне нравится, что-то мне не нравится, но... Это я просто Михаилу хочу рассказать. Вот, допустим, был я, был я у Шемшука, вот, надо было 5 месяцев отбыть, я отбыл только 3, что-то там не сложилось, или я не готов, или не моя, или все что-то. Я оценивать это не оцениваю, но просто мне показалось, что не мое это. Вот, пока я не готов, или еще что-то, я оттуда ушел. Это, в общем-то, единственный курс, с которого я ушел, самостоятельно. Так я обычно все курсы дохаживаю. Это я Михаилу ответил. Практика будет. Я обрежу только начало, когда вот мы здравствуйте, до свидания. Вот этот момент, который нужен обязательно. Во-первых, мы должны понять, слышим, не слышим, поздороваться, потому что мы люди вежливые и так далее. Тогда мы не все закончили, а то вы сейчас не убегайте. У нас ситуация сейчас следующая. Если у нас с вами нет вопросов, и я свою задачу по передаче какой-то части знаний выполнил, то давайте мы с вами все, что мы сегодня усвоили, и все, что для некоторых показалось очень быстро, хотя я старался уже говорить, надо говорить медленнее, я буду еще медленнее, но тогда
я не знаю, я так привык уже как-то вот, слишком быстро, как в прошлый раз, я же не говорил вот так вот, как я обычно рассказываю, да, все нормально, благодарю, Маргарита. Значит, сели поудобнее, расслабили пальцы рук, пальцы ног. Потом я еще расскажу, что я предполагаю. Кисти, ступни, руки, икры, бедра, ноги, все тело. Ощутили расслабленность всего тела. Если где-то что-то мешает, расслабьте его. Все тело расслаблено. Голова у вас наполнена знаниями. Те знания, которые вам вы получили сегодня, примите эти знания и распределите из головы по телу. Представьте, как эти знания втекают куда-то, в какие-то места. Не смотрите, куда они втекают, они сами разберутся. Просто сам процесс. Голова потихонечку опустошается. А все, что вы сегодня узнали, независимо от того, понравилось, не понравилось, оно все распределяется по телу. То, что вам будет нужно в жизни, оно всегда вспомнится. То, что никогда не будет нужно, мы потом с вами уберем через ноги, чтобы не переполнять ваше тело. Представляете, пока это все уходит из головы в тело, и спокойно, когда все закончится, тихо, ровно выходите из этого состояния. Как только выйдете, ставьте мне плюсик. И тогда я начну рассказывать про то, что я предполагаю делать во вторник. Или не во вторник. Мы еще сейчас будет у меня предложение. Я помолчу пока. Каждый смотрит, наблюдает себя. Из головы выходит все, что переполнило голову за эти 2 часа-1.5. И все потихонечку распределяется в нужные места вашего тела. Первые надписи пошли, значит, остальные потихоньку выходите, а я расскажу следующее. Я предлагаю попробовать. А как вам среда? Если мы с вами будем встречаться в среду в 19 часов. Это середина недели, наиболее продуктивный день. Не смогу. Значит, будет запись Ольги лучше всего, потому что у Ольги плюс, она в интернет-клубе. И будет запись. Значит, все. Дальше я уже голосование не это самое не буду. Мы будем с вами встречаться по средам в 19 часов. Почему? Потому что это было прошлое время, я его высчитывал, смотрел. Это было время подобрано раньше для интернет-клуба. Но потом у нас появились люди, которые находятся в Сибири и дальше, и им уже 19 часов. Поэтому у нас получилось воскресенье 15. Вот, значит, в среду мы с вами встречаемся, объявление будет. Теперь что мы будем делать? Я предлагаю брать какую-то одну технику и ее разжевать, извините, до тех, пока всем не станет понятно. Причем ее провести по-настоящему, по-нормальному.
не так, как я делаю на бегу. Здесь спасибо Михаилу, он меня поддержал сейчас. Вот. И начать с очень простой. Значит, я вот о чем хочу. Сейчас такое время, да, оно было время и всегда. Ничего, что я задерживаю вашу, и тут 5 минут. Если мы научимся сами себя исцелять, есть какие-то моменты, которые должен обязательно участвовать другой человек. Как вы видели, вот это вот, да? И по кругу. Есть какие-то моменты, когда мы можем нахвататься, и об этом очень серьезно говорил Мирза Карим Санакулович Нарбеков, и своих учеников он раз в полтора-два года по графику собирает и чистит, потому что человек не может очистить от себя все, что он нахватал. Так мы устроены. Но какие-то небольшие вещи, какие-то стрессовые ситуации, с которых накапливается потом все. Все вот это вот, один маленький стресс, другой маленький стресс, и получается вот, а потом начинает уже идти к окну и это самое, и смотреть, не упасть ли нам вниз. Вот, чтобы нам убирать свои маленькие стрессы, мы это можем делать сами. Это ясно и понятно. Нужны просто техники, которые для нас работают. Огонь работает, вода работает, еще что-то. То, что я называю телом, они наелись уже материального, дальше некуда. Америка, Европа, они уже, ну, лет, наверное, как 40, очень, ну, 30 точно, они очень серьезно обращаются ко всем практикам и наукам. Выходят всякие книги. Я эти книги пролистываю, ознакомливаюсь, кто-то из моих учителей рекомендует. В 2013 году, ну, про Болгарию я говорил, что с Болгарией у меня хороший контакт, я там знаю и бабушек, и, в общем, серьезные вещи, да. Вот мне подарили вот такую в Болгарии книжечку, она общеизвестна, вот с подписью тут, в 2013 году. А я сейчас книги перебираю, перелистываю. Это вот лечебный код, очень известный, Алекса Ллойда. Да, Бен Джонс, Алекс Ллойд, лечебный код. Тут всего 6-10 минут нужно что-то поговорить, как-то подержать руки, и стрессы снимаются. Будем этот код рассматривать. То есть я вам тогда выложу ссылки, в группу выложу ссылку на книгу. Кто не в теме, тот не поймет, а кто в теме, ее скачает и прочитает. Книга у меня на болгарском языке. Ну, тут все понятно, вот, есть книги на русском, я ее просто ссылку выложу, вы ее себе скачаете и прочитаете, эту книгу. Так, чтобы мне не тратить время, нам с вами не тратить драгоценное наше время на то, что мы будем читать книгу целых там 5-10 вебинаров, а потом разбираться. Мы с вами потом выйдем на вот эти вот картинки, которые здесь есть. Вот как чего куда делать, да? И вот это проделаем. Каждое из этих упражнений, я буду наперед говорить, делается 30 секунд. Вот, потом они 2-3 раза повторяются, и сразу мы все эти моменты... То есть я о чем? Если что-то вы можете сами убрать у себя без обращения к психотерапии, психотерапия не дешевая. Мои учителя сейчас берут 50 за час. Вот, я до такого еще не дошел, вот, я еще пока 3 беру, вот, они меня опять ругают, но не суть, то есть, без оплаты не работает, но они отбивают, как говорится, а потом все-таки там уровни какие-то другие, там их знают уже, они по 30 лет работают, вот, я широко известный человек для узкого круга лиц, потому что мы много работали в военной сфере и особенно не рекламировались, поэтому... Да и потом работать с очень богатыми людьми очень энергозатратно. Ну, это так, это я ушел в сторону. Поэтому, если вам это подходит, то мы тогда с вами займемся вот этой. А на следующий я что-то подготовлю, если мы это отработаем. Если не хватит дня нам этого вторника, мы обратимся к следующему вторнику. На этом я думаю, что мы за полтора часа спокойно рассмотрим эту практику. Потом я найду какую-то другую, может быть, шаманскую практику. Там, по сути, все то же самое, только они воспринимают это как дух.
мы шли по лесу, к нам вселился какой-то посторонний дух, ему плохо и мне плохо. Это я коротко. Расслабиться мы расслабились. У кого что-то осталось, недосказанное, недоделанное. Скажите, пожалуйста.